Добрий вечір. Наш ефір продовжує програму «В полі зору транспорт». І сьогодні в студії Ігор Житінський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Доброго вечора, раді вітати вас. Наші Добрий студії. Вечір. Пане Ігорі, за останній місяць в Миколаєві відбулась низка подій кримінального характеру. І певним чином всі ці події пов'язують з нелегальними перевізниками. Ну, враховуючи, що задіяна транспортна галузь, то хотілося почути ваш коментар з цього приводу. Ну, звісно, випіюючий факт произошел в Миколаєві, зв'язаний з покушенням на общественного деятеля і активіста Барашковського Дениса. Я вам хочу сказати, знаєте, це как бы такое знакове событие. В каком плане? Если в 2005 году про Николаева говорила вся Украина, говорила как, что Николаев показал всей Украине, что демократическим путем можно избрать демократического мэра. И народ, все институты общественного мнения поддержали, общественники помогали, и фактически без денег, без больших, имею в виду, денег, избрали народного мэра. И тогда все говорили, что Николаев показал всем пример демократизации. Сейчас мы этими событиями видим фактически... Криминализацию. Криминал отыгрывает обратно репутацию Николаева. Это же палят автобусы, предприятия, которые возят в два раза дешевле людей на Одессу. Потом фактически попытка убийства... общественного деятеля, который активно очень проявлял себя в борьбе с нелегальным автовокзалом «Клоном» на улице Пограничная, который препятствовал работе нелегальных перевозчиков. Он был инициатором, чтобы в область приехал министр инфраструктуры Амельян. Он также был инициатором, чтобы в область приехала комиссия Укртрансбезопасности по борьбе с нелегалами. Фактически общественность показала то, что должно делать власть. Но власть, увы, расписывается в своей неспособности адекватно реагировать на процессы, которые происходят в экономике, в жизни региона. И общественники своей энергией показывают, что должно быть. И то, что так, скажем так, цинично банформирования, которые контролируют жизнедеятельность Николаевского региона, фактически сделали вызов всему обществу, я думаю, что они стреляли, и покушение было это не на Барашковского. Покушение было на права и свободы николаевцев. И если сейчас правоохранительные органы вместе с властью не доведут это дело до логического конца, я вам хочу сказать, грошим цена. Грошим цена, потому что мало того, что они не выполняют свои прямые функциональные обязанности, не обеспечивают... безопасность на транспорте, не обеспечивают, скажем, соответствующий уровень услуг в транспорте, если они еще не могут защитить тех людей, кто это делает, и делает, заметьте, не за деньги, которые получает чиновник как зарплату, а делает потому, что он считает себя гражданином, что он считает себя украинцем, и что он считает, что мы должны... достойно жить на этой земле и получать нормальное качество по нормальной цене. Но это, скажем так, это сигнал, и это нам всем стоит задуматься. В чем причина? В чем причина? Причина в том, что с нелегального автовокзала, откуда очень многие отправляются на Николаев-Одесса, нелегальные перевозчики возят людей по 120 гривен. А с центрального межгородского вокзала... легальные перевозчики возят по 80 гривен. Существенная разница. Существенная разница. Я вас прошу, уважаемые николаевцы. Понятно, я не говорю, что надо идти на баррикады и бороться с беспределом, с бандитизмом. Это должны заниматься правоохранительные органы. Но хотя бы проявить свою гражданскую позицию. Не ездите с нелегального автовокзала. Не ездите этими маршрутками по 120 рублей. Идите и покажите свою шансу, идите в кассу, покупайте билет за 80 гривен и едьте в Одессу. Собственно, насколько я понимаю, есть определенные
отличие между тем, кто продает билет за 120 и тем, кто за 80? Все-таки, если мы говорим о легальном бизнесе, то есть какие-то гарантии, есть страховки и так далее и тому подобное, чего нет у нелегалов. Но я хочу сказать, вот в прошлом году был такой печальный пример, когда маршрутка ехала на Коблево и попала, столкнулась с... Ну да, там достаточно много пострадавших было. Да, зерновозом. И что получили люди, которые пострадали? Во-первых, реакции власти ноль. Они ехали незастрахованные. У них не было билетов. Фактически людей бросили на произвол судьбы. А сейчас мы прекрасно понимаем, что такое сейчас человеку лечиться. Это сотни тысяч гривен. И там притом были и смертельные исходы в этой аварии. И что получили люди? Власть фактически самоустранилась от их проблемы. Это не наша проблема. Мы должны четко понимать, для чего власть нужна. Власть нужна в том, чтобы люди делегируют права управления с процессами, связанными с жизнедеятельностью людей в этом регионе. Это не просто так, что бизнес сам по себе, власть сама по себе, громада сама по себе. Это в комплексе три звена одной цепи, которые должны выполнять свои функции. Взаимодействовать, да, в большей степени. И если получается у нас власть делает вид, что это не ее проблема, это ее проблема. И тот бандитский беспредел, который творится с покушениями, с разбитыми машинами и так далее, это фактически показывает, кто реально в регионе руководит процессами. Фактически криминалитет сказал, что власти в регионе нет, власть верховная мы. И мы не первый раз поднимаем эту самую тему в передачах. Я апеллировал не раз городскому главе, губернатору области. Это в ваших силах навести порядок. В ваших силах наказать виновных. Потому что кто стоит за этим криминалом, все прекрасно знают. Не надо, говорится, быть большим пророком в своем отечестве, понимать, что за этим беспорядком стоят бывшие работники милиции, сросшиеся с криминалитетом, с Николаевской и Одесской стороны. Потому что монополизация нелегального бизнеса транспортного курируется одесскими группами при активной поддержке николаевскими. Поэтому об этом все знают. Но почему-то об этом только нас не знают наши правоохранительные органы. Я думаю, что это вопрос, поймите, вопрос Барашковского, он для нас всех знаковый. Потому что на его месте завтра может оказаться любой, кто скажет, что я человек. Я хочу, чтобы ко мне относились как к человеку. Получается, он становится сразу вне системы. Потому что система говорит, вы рабы, вы будете ездить по той цене, которую мы вам скажем. Будете ездить на тех сараях, на которых мы вам скажем. Вы не имеете права в этой стране никакого. Поэтому, скажем так, вопрос по Барашковскому, для меня это вопрос как бы... Как для человека, это вопрос, я это оцениваю покушение, как и на себя покушение. Потому что прекрасно, сейчас я в эфире говорю то, что думаю. Завтра то же самое может произойти со мной, потому что, наверное, в этой стране уже скоро и говорить запретят. Ну, смотрите, ситуация с Денисом Барашковским, да, моментально резонанс пошел, и исполнители достаточно быстро нашли. А вот заказчиков, как вы считаете, найдут или все-таки мы говорим, продолжаем говорить о беззубости правоохранительных органов? Заказчики я уже озвучил, кто заказчики. Просто как бы я мог бы назвать бы и фамилии этих людей, но смысл в том, что я прекрасно понимаю, что завтра меня их адвокаты подадут на меня в суд. Для тех, кто занимается транспортное дело, темой заказчики известны. Тем, кто не хочет работать по закону, кто не продает билеты в маршрутках, кто строит автовокзалы, клоны, кто не продает билеты на автовокзалах. Это, как бы скажем, тут не надо глубоко копать. Это все люди известны и, как говорится, глубоко кем-то уважаемы в этом регионе, потому что они финансово состоятельные, они могут позволять себе подкупать контролирующие органы, они могут покупать себе конкурсные комитеты, они могут забирать под себя все маршруты в регионе. Эти люди всем известны. Ну, мне вот интересно, такая ситуация только в Николаеве, в Николаевской области и вот в Одессе, как вы говорите, да? Или это проблема в целом Украины? Подобные взаимоотношения? Я вам хочу сказать, скажем, такой каменный век взаимоотношений внутри бизнеса, наверное, как в Николаевской, Одесской области, такого по Украине нет.
Потому что, вы поймите правильно, процессы, например, спалили 6 автобусов автоэкспресса, который возил людей в 2 раза дешевле на Одессу. Это еще в прошлом году Это еще в прошлом году. О чем это говорит? У нас очень многие политики говорят, вот мы, чтобы привлекать инвестиции в регион. О чем же это говорит? Спалили не просто автобусы частного предприятия, спалили инвестора, который готов был предоставить лучшее качество в 2 раза дешевле, работая в этом регионе. А что показали? А показали людям то, что вы ездите на старых гробах, которые уже по 20, по 30 лет, обновления подвижного состава не будет, но мы сюда никого не впустим, это наша вотчина. Это наша, как, наша территория, это, ну, бандюковские понятия. Поэтому на самом деле, тут мы должны все понять, аж как, если мы хотим жить лучше, то не один Барашковский должен отстаивать интересы Николаевской громады. А, наверное, каждый из нас должен сделать свой гражданский долг. Я еще раз призываюсь, николаевцы, от вас много не требуется. Просто не отправляйтесь с этих бандитских автовокзалов. Отправляйтесь с центрального автовокзала, и в 2 раза дешевле будет проезд, в частности, в Одессу. И вы хотя бы, ваша копейка не пойдет в карман криминальным авторитетам Одессы и Николаева. Ну, смотрите, вот вы говорите о ситуации с автобусами, которая была в прошлом году. В этом году не в такой степени, конечно, но история имеет продолжение. То есть, насколько я понимаю, вот все так же и не дают работать человеку, да? И вот и чем в результате это может закончиться? По большому счету, скажем так, ну, это частные проблемы, можно так рассматривать, что там, ну, человек опять отремонтировал свои автобусы, там, поставил опять возит их, говорю, по 80 рублей на Одессу, ему поступают угрозы со стороны криминала, потому что он фактически отбирает у них неконтролируемые доходы. Проблема заключается в том, что в регионе нет власти, потому что Державная фискальная служба делает вид, что ничего не происходит. Она не видит, что идет прямое уклонение от уплаты налогов, что не продаются билеты. Укртрансбезопасность вообще стала филиалом банформирования. Она не занимается государственными функциями. Она просто обслуживает интересы криминалитета, и все. Поэтому вопрос заключается в том, что, я не знаю, эти люди, которые занимаются на своих местах, они ждут, что опять, что должен быть там третий, пятый Майдан, чтобы до них дошло, что так жить нельзя. Что нельзя на государевой службе заниматься частным бизнесом. Поэтому, как бы, очень прискорбно говорить о том, что, например, если брать качественный подвижной состав, то Николаев, наверное, сейчас находится где-то там, ну, в 90-х годах. Если в большинстве городов, уже областных городах Украины, уже хотя бы в большей массе ездят автобусы средней вместимости, автобусы большой вместимости, как правило, вот эти газельки, там, спринтера, которым по 30 лет, которые, ну, скажем так, металлолом. Ну, в таком объеме, наверное, только в Николаеве, в областном центре ездят в таком количестве и с таким качеством услуг. Вы сказали, что государственная фискальная служба не заметила вообще никаких нарушений. А как вы считаете, почему ГФС игнорирует факты и проводит настолько поверхностно все эти расследования? Определенным образом вы сказали, да, это какое-то слияние... Давайте скажем, в прошлом году мы инициировали обращение к ДФС и указали факты уклонения от уплаты налогов предприятиям Николаева Авто в особо крупных размерах, там десятки миллионов гривен. Державная фискальная служба отказалась в возбуждении уголовного дела по предоставленным фактам, и нам пришлось обратиться в суд. И суд заставил Державную фискальную службу провести расследование по фактам, которые мы предоставили. И на сегодняшний момент Державная фискальная служба прислала нам ответ, что на ваше обвинение в том, что на остановке пограничная, так называемый Южный автовокзал, не продаются билеты, это ложь, они нам говорят. Потому что мы пригласили на беседу водителей данных предприятий, которые там отправляются, и они нам заверили,
что они продают билеты всем, и никто без билета в автобус не садится. Мамой клянусь, водители да. сказали. Понимаете, это вопрос, когда руководство фискальной службы подписывается под этим письмом, ну пусть николаевцы скажут, вру я или врет фискальная служба, то, что отправляются автобусы, не продаются билеты на этой автостанции. Я думаю, что сотни тысяч людей скажут, что не продаются билеты, это идет черный нал, черный кэш. Понятно, что кто-то, этот черный кэш заносится в ту же фискальную службу кому-то, кто пишет такие дурные отписки. Просто о чем говорить? О чем говорить? Когда мы говорим, что люди говорят, что каждый день это происходит, а нам говорят, этого не происходит. Понимаете, когда государственные функции государственных органов не защищать интересы громады, мы все стремимся в Европу. В чем Европа отличается от нас? Если ты налогоплательщик, если ты работаешь, платишь налоги в этой стране, не дай бог, кто-то попытается тебя в чем-то обмануть или ущемить твои права. На твою защиту становится вся государственная машина, все становятся. А в этой ситуации мы видим что? Фактически полумиллионный город, а можно сказать даже вся область Николаевска, пользуется, ее заставляют пользоваться услугами криминальных структур, и никто не замечает этого. И никто не становится на защиту легального бизнеса. А потом мы говорим, вот перевозчики подняли вопрос о повышении проезда. А я задаю вопрос мэру, губернатору. А в прошлом году, когда они выигрывали конкурс, и мы поднимали этот вопрос, что как они могут выигрывать конкурс тем подвижным составом, который до конкурса должен быть недопущен. Нам тогда говорили, вот вы тут волну поднимаете, они только конкурс выиграют, они нам обещают, будет обновление подвижного состава, банки им дадут кредит, они с заводами договорились, будет новый транспорт в Николаеве. Прошел год. Транспорт еще хуже стал, чем был. Где обещания транспортников? Почему они не выполняют свои договорные обязательства перед николаевцами? А теперь говорят, повышение проезда. Мы прекрасно понимаем, что это подготавливает николаевцев к тому, чтобы потом тяжком через месяц-полтора его просто молча поднимут. А в летний период, когда это не так заметно будет, ну, система отработана. Но вопрос заключается в том, что если в Киеве проезд 5-6 гривен, ну там же в Киеве ездят Богданы и Талоны, это автобусы другого класса. Если брать этот спринтер стоит 13-16 тысяч долларов бэушный, а эталон Богдан стоит 50-60 тысяч долларов. И он, скажем так, он больше людей перевозит. И он более, он по нормам безопасности он более приемлемый. А здесь ездит транспорт, который по закону, чтобы вы понимали, по закону переоборудованный транспорт пассажирских автобусов недопустим к перевозке пассажиров. Но в нашей стране беспредела. Эти автобусы допускают на маршруты. И что самое интересное, они выиграли конкурс. А чиновники, которые проводили этот конкурс, которых выгнали с горисполкома, сейчас работают в этих фирмах транспортных, которые обслуживают николаевцев. Хотя по закону чиновник, который работал в органах государственной власти местного самоуправления, не имеет права работать на тех фирмах в течение 3 лет, которые он подписывал дозвольные документы. Где прокуратура? Куда она смотрит? Понимаете, такие вопиющие факты, как в Николаеве, я могу сказать, по Украине нет таких фактов. Здесь просто безнаказанность, беспредел. Ну, если мы вернемся к фискальной службе, да, вот у меня такой вопрос. Общественная организация смогла докопаться до всех вот этих нарушений, выявить неуплату определенной суммы налогов и так далее и тому подобное. А фискальная служба всего этого не видит. Ну, вот мы сейчас говорим, ну, мы встречаемся, да, вот в пределах Николаевской области. Может быть, стоит этот вопрос выносить уже на более высокий уровень? Или, как вы считаете, есть ли в этом смысл? Понимаете, вопрос очень такой интересный. Если у нас будет в Николаеве только один Барашковский, ну, ему бороться и пытаться добиваться, чтобы жизнь наша изменилась к лучшему, то, наверное, смысла нет никуда обращаться, потому что мы ничего не добьемся. Но если каждый поймет, что он такой же, как Барашковский, и что он не быдло, что он должен заставить, чтобы маршрутка была чистая, чтобы водитель не хамил, не дай бог там еще и курил за рулем и так далее. Если мы начнем сами себя уважать, то начнут нас уважать и другие. Вы сказали про фискальную службу. Вот я вам говорю, у нас все кричат, в стране не хватает денег, там, то. Вопрос заключается, зато у нас армия дармоедов.
Армия Дармоедов. Вот представьте, юрист общественной организации расписал по полочкам, где уклонение от доходов. А что сделали? Подняли декларацию Николая Фафта, они показывают чуть ли не убытки, чуть ли не убытки. Посчитали их пробег, сколько должна машина ездить. И говорим, а покажите, за какой счет, как вы заправляете свои машины, если у вас доходов нет, как вы их заправляете? У вас просто на бензин, ну, на дистопливо должно уйти в 10 раз больше, чем вы показываете по своей отчетности. Получается, юрист ассоциации это может расписать, а целая державная фискальная служба, которая, в принципе, должна этим заниматься. Да, которые должны быть спецы, все это. А она пишет писульки, что, извините, мы опросили водителей, они говорят, что они честные. Да я прекрасно понимаю, что водители сами по себе, их заставляют, их работодатели, работать по этой черной схеме. По черной схеме. И все устраивают, уходи. Да, поймали исполнителей этих кто стрелял в Барашковского, и говорят, а кто заказчики, мы не знаем. Да потому что, наверное, заказчики сидят сами в одном кабинете или приходят к вам в кабинет с чемоданом каждый месяц. И вы поэтому их не знаете. Весь Николаев знает, вся Украина знает, кто заказчики, а другие органы не знают. Ну, знаете, смешно. Смешно. Знаете, я смеюсь не от того, что мне горько на самом деле. Что, понимаете, бьют то по самым порядочным. Понимаете, я очень глубоко уважаю Дениса Барашковского, хотя с ним лично не знаком, потому что то, что он делает, он показывает всем нам, как надо жить, чтобы надо заставлять себя уважать. И я сколько раз из ваших передач видел, что он приходил, как этот криминалитет, эти там бандюки его запугивали, что больше не приходи сюда, у нас все куплено, у нас все схвачено. Это же... Все все видели, это же, как говорится, все каналы показывали, и это же показывает то, что кто реально в регионе хозяин. Хорошо, если мы говорим о повышении цен на проезд маршрутных такси, несколько недель назад эта тема уже поднималась, тогда мэр сказал, что ничего, поднимать цены не будем. На этой неделе снова поднимается эта же тема, и снова мэр говорит, он против поднятия цен, пока предприятие не выполнит ряд определенных условий, по крайней мере. Как вы считаете, да, вот вы говорите, что Дениса одного мало, но тем не менее горожане смогут каким-то образом отстоять свое право ездить по существующим ценам? Я, отвечая на предыдущий вопрос, я сказал, что по условиям конкурса, который прошел год назад, транспортные предприятия... брали на себя обязательство обновления подвижного состава. Вот пусть хотя бы 10%, 20% покажут эти транспортные предприятия новый подвижной состав. Если они эти условия выполнили, тогда, может быть, есть смысл рассматривать инфляционную составляющую, но, опять же, стоимость проезда выше 5 гривен для такого качества подвижного состава, она запредельная. Я вам хочу сказать... 4-4,50 для того, в рамках того, что ездит по улицам Николаева, выше разговаривать даже не стоит. Потому что фактически в этом тарифе стоит где-то 2,53 рубля, это экономически обоснованная цена. Угу. Остальное это все стоит, это, знаете, как бы откатная схема. Поэтому можно у нас откаты изначально. Да, поэтому вопрос заключается в том, что когда проводили эти конкурсы, когда допускали эти фирмы-паразиты к участию в конкурсе, я вам хочу сказать, по большому счету, вы же помните почему, этот синдикат, который обслуживает город и область, он фактически, почему он так борется, чтобы не пускать сюда конкурентов? Потому что он прекрасно понимает, если зайдет нормальный перевозчик с нормальным транспортом, в этот регион, пусть это будет международный перевозчик, или там с Киева, или откуда, то все прекрасно понимают, люди-то сравнят. Одно дело ездить на полусогнутых, в разбитой маршрутке, другое дело ездить в нормальном эталоне или Богдане. И тогда начнут более требования предъявлять. А так они видят прекрасно, что проще людям показывать, что так плохо везде. Да нет, так плохо не везде. Я вам хочу сказать, и по всей Украине сейчас очень много обновляется муниципального транспорта, покупаются троллейбусы, трамваи, автобусы большой вместимости. Эти процессы идут. Я не хочу сравнивать Николаев с Киевом, я хочу сказать, с другими регионами. А нам здесь говорят, что это убожество, то, что ездит по улицам, это норма жизни. Да нет, это не норма жизни. Это нас в эту норму жизни опускают просто.
А есть варианты, например, учитывая все то, что происходит сейчас в Николаеве, я не думаю, что сюда прямо вот выстроится очередь зайти инвесторов с хорошим транспортом, с хорошими услугами. Так вопрос: инвесторов должны привлекать власти, для этого они поставлены. Они должны садиться за стол с бизнесом и говорить: уважаемые коллеги, там, с Херсонской, там, с Одесской области, приходите к нам, вкладывайте деньги, а мы защитим ваш капитал на этой территории. Мы сделаем вам, чтобы вы здесь могли развиваться. А они что делают? Автобусы палят у предприятий. Они говорят: ну, что, нас это не касается, поэтому никакого инвестора не будет. Не хотілося б такою сумною ноткою завершувати наш ефір, але реалії у нас такі. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову. Спасибо. Будемо сподіватися, що у Миколаєва все ж таки є перспективи і все зміниться на краще. На все добре.